нарисованы. Надеюсь, через мольберт я смогу вернуться в квартиру. Отец был здесь? Возможно, он оставлял подсказки, как в той сказке про хлебные крошки. Нужно изучить предмет с помощью кольца. Вы не можете этого сделать. Я работал здесь всю жизнь. Что? Кто написал заявление? Я хочу знать, кто! Как они могли? Что нам теперь делать? Я что-нибудь придумаю. Поддается.
Как они забросили сено так высоко? Вода еще не вскипела. Я не знаю комбинацию.
Здесь стоит стойкий запах серы. Бабушка, что ты здесь делаешь? Подойди поближе, внучек. Я готовлю салат. Thank you.
не поддается. Товарищи, это какая-то ошибка. Мы с супругой целый день на работе. Мы все про вас знаем, Николай Сергеевич. Мы найдем на вас управу. Я уверен, что мы можем разрешить все без агрессии. Не поддается. Поддается. Картина не дорисована. Не хватает краски. Картина не дорисована. Не хватает краски. Интересно, угадал ли я с цветом?
Ты уже расплатился за него? Не совсем. Ты же знаешь, у меня на работе трудности. Интересно, угадал ли я с цветом? Картина не дорисована, не хватает краски.
что будем делать дальше? Ты сильно изменился после поездки. Ты потерял работу. Ты перестал с нами разговаривать. Все будет хорошо. Просто нужно подождать. Там впереди у дерева что-то есть. Только песчаной бури мне не хватало. Наверное, не стоит мне уходить так далеко.
заклинило. Видимо, это доска отца. Он тоже пытался разобраться во всем.